Мы ждем закона о деоккупации, после этого будем принимать соответствующие решения, когда будет текст. У нас есть собственная позиция, которую мы будем отстаивать. Мы ни в коем случае, ни в коем слове не должны сдавать интересы Украины, связанные с территориальной целостностью нашей страны. Мы будем воевать не только за каждый сантиметр нашей земли, а за каждого человека, поэтому для нас это принципиально. Сейчас проект находится в администрации президента. Как только проект будет подан в парламент, вы и мы сможем с этим ознакомиться и сразу же сделать какие-то принципиальные позиции.